Во дворце спорта «Триумф» состоялся 14-й международный турнир по карате имени Виктора Горбатко. В нем приняли участие спортсмены из России и Абхазии. Подробнее в нашем сюжете. Тимофей Константинов приехал на соревнования из Тольятти. Он занимается карате с 4 лет. 10-летний спортсмен не раз одерживал победу на всероссийских турнирах. Надо показывать технику. То есть надо делать удары, которые тебе показывает тренер, и учить кота. Быть всегда лидером и быть всегда в себе уверенным. Открытый турнир по карате имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Виктора Горбатко проходит в Люберцах ежегодно. Соревнования приурочены к празднованию Дня космонавтики. Разрешите поприветствовать вас на нашей Люберецкой земле, в том числе и гостей, которые приехали из Республики Абхазии. Я сегодня прежде всего хочу пожелать нашим спортсменам этой победы, судьям объективного судейства, ну а зрителям получить удовольствие от наших соревнований. На турнире встретили 43 команды из 23 регионов России и Республики Абхазия. Более 400 спортсменов продемонстрировали свое мастерство. Соревнования имеют три дисциплины – ката, кумите и тамишевари. Ката – это формальный комплекс упражнений, демонстрирующийся технику перемещений, ударов, блоков. И кумите. Кумите – это поединок, где два спортсмена соперничают друг с другом. В разделе тамишевара оценивается динамическая сила, которую фиксируют специальные приборы. Соревнования проходят во всех возрастных категориях. Самым юным спортсменам по 6 лет. Люберецкий округ представил около 30 каратистов. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.